Власти штатов тайно переправили в Иран самолет с наличными, да и сумма немаленькая, около 400 миллионов долларов. Ряд источников полагает, что это может быть связано с освобождением из заключения в Иране 4 граждан США. Деньги, а это евро, швейцарские франки и другая валюта, поместили в транспортный самолет без какой-либо маркировки. Их предоставили швейцарские и голландские банки. Между тем, чиновники Минобороны Ирана восприняли выплату столь крупной суммы, как выкуп. Но американские власти утверждают, что это первая часть суммы, почти 2 миллиарда долларов, которую штаты должны Тегерану для улаживания спора о сделке на поставку оружия, которую сорвали 37 лет назад. Ранее в январе Иран выпустил из тюрем 4 американцев и освободил задержанного в Тегеране студента из США. В ответ американские власти освободили 7 иранцев, 6 из которых имеют двойное гражданство. Редактор